Сегодня вечером в Первоуральске произошла авария на Нижнесергинском водоводе. На месте уже находится глава Первоуральска и руководство водоканала. В связи с чрезвычайной ситуацией Игорь Кобец обратился к горожанам. Уважаемые земляки, у нас произошло ЧП, произошла большая авария на Нижнесергинском водоводе. Сейчас я лично и руководитель водоканала Артур Гузаиров находимся на месте. Определено место аварии. Подошла техника и начались работы по раскопке водовода. Также экстренно подняты бригады дополнительные, техника, которые сейчас выдвигаются к месту аварии. Хочу напомнить, что в связи с обмелением верхнего Шайтанского пруда основное водоснабжение города сегодня осуществляется по ветке Нижнесергинского водовода. Наша задача в ближайшее время ликвидировать данную аварию. Также выдано распоряжение об некоторых ограничениях. Временно до конца ликвидации аварии будет снижено давление в городе по воде. Также будет организован подвоз питьевой воды. Графики сейчас разрабатываются, в ближайшее время будут размещены на сайте администрации и моих страницах в соцсетях. Уважаемые первоуральцы, прошу вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Мы будем следить за ситуацией и информировать вас.